на самым коротким названием Христианской футбольной лиги КСК. Я, так как организатор команды, просто расшифрую, потому что для многих это является загадкой. Расшифровка проста. Киевский спортивный клуб. Киевский спортивный клуб. Да, скажи, пожалуйста, кому пришла идея этого названия? Ой, идея пришла моему другу, но он с нами не получилось ему участвовать. Я после того, как он придумал, его выгнали из команды. Да, да, да. Не подошел. Да. Коля, у тебя какие-то были предложения все-таки назвать ваш коллектив другим названием? Нет, дело в том, что я вот очень скучал по футболу, не было возможности нигде в каких-то командах поиграть. И вот мне просто вот нужно было мяч, поле и команда. И ты нашел. А название, название я не имеет участвовал. Значения. Ну, в принципе, я тебе подскажу, КСК можно придумать, что это Коля там, как бы, да? Да. А, и у меня еще фамилия Коля Сарачук. Да. А, да? Коля Сарачук и компания. Да. Так что, видишь, как коротко мы все придумали. Компания Сарачука Коля. КСК. Я тогда хотел вопрос, я скажу, пожалуйста, кто попал вам в команду? Вообще, вот откуда вы как-то территориально находитесь? Как создалась сама команда? Открой секрет, пожалуйста. Ну, друзья, ну, все как бы знакомые. То есть абсолютно как бы не было такого, что давай ты к нам, пошли по улице, это собирал. Не, все как бы знакомы. Скажи, пожалуйста, как у вас вообще тактически будет подходить, ну, вопрос, вы будете как-то вот выбирать на позиции уже сами, ну, кто будет тренером команды? Тренером команды? Замены кто будет выполнять? Я не знаю, мы еще об этом как бы не подумали, но тактика уже как бы у нас есть, кто на какой позиции, мы уже как бы разобрались. То есть абсолютно, да? Скажи, пожалуйста, ты вот смотрел, просматривал вообще команды 6-й лиги, для вас есть кто-то известный, неизвестный, все полностью загадкой? Я смотрел... Там были интерны, но их уже нету, да. Я так понял. Они были на первом, пошли в пятую. Ну, мы уже там видели этого, как его, Чоколка, это мы уже знаем, против нас будет играть первую игру. Сразу же познакомились. Да, знаем, что это как бы они, ну, в прошлом году как бы не очень так были. Третье место с конца, но все равно, мы еще как бы там не играли, посмотрим. Я понял. Хорошо, тогда вопрос такой, Женя, скажи, пожалуйста, к тебе вопрос. Ваша команда КСК по стилю напоминает какой известный мировой клуб, на твой взгляд? Я даже не знаю, просто дело в том, что мы все не встречались еще. Вообще? Первый раз сегодня, да? Увидели? Нет, на поле. На поле. Я не знаю еще. То есть вы сами друг друга, может, узнаете? Ничего себе. Мы знаем, как... Кто как на какой позиции может сыграть, вот. Поэтому, ну так, клепали. Собрали коллектив. Я, кстати, хочу показать, знаете, в команде «Локомотив» Москва, президентом знаете, кто является? Нет? Там является женщина, поэтому это не президент футбольного клуба этого. Нет. Скажи, пожалуйста, как ты вот оказалась вот в среде вот этих футболистов? Ну, потому что мой любимый человек играет в этой команде. Я являюсь болельщицей. Скажи, ты с радостью вот, ну, как бы это сказала, и с горем, что твой парень футболист? Я это с радостью сказала, почему бы и нет. То есть это хорошо, да, когда парень смотрит футбол? Да, это, конечно, я приветствую только это. Ну вот, чтобы ты приветствовал больше, как бы, чтобы парень пошел на свидание с тобой, все-таки куда-то в кинотеатр или в кафе? А он замечает приятное с болезнью. Ничего себе, то есть вы там сидите в кафе, и он себя смотрит сборную Украины, да? Ну, это не так, конечно, бывает, но все равно. Я понял. Скажи, пожалуйста, как ты считаешь, вот попробуй спрогнозировать первую игру, от которой состоит. Счет, Настя, счет. Ваша команда победит или нет? Я всегда за хороший результат. То есть только победа, только да? Только победа. То есть абсолютно. Хорошо, скажите, пожалуйста, вот в принципе, вас на поле там будет играть 6 на 6, да? Я первый вопрос. Как ты считаешь, сколько игроков необходимо проводить на игру, чтобы достигать положительного результата? Я думаю, 8-9. 8-9, да? То есть 3 замены достаточно. Ну да, потому что как бы. Всякое может, да, всякое может быть. Всякое, у каждого может что-то было до этого, как бы. Понятно, разные моменты. Да, разные моменты, да. Может, какое-то утреннее все может быть. Может, не получилось. Жень, начиная с тебя, скажи, пожалуйста, если бы была возможность пригласить какую-то звезду мирового футбола, кого бы ты пригласил себе в состав? Алонсо. Алонсо? Да. Можно узнать почему? Не знаю, мне просто нравится, он хорошо видит поле, передача дает хорошую. Я понял, хорошо, спасибо. Коль, твой вариант? Кристиан. Нет, да, наверное, все-таки Серхио Рамос. Серхио. Да, тоже очень нравится. Да, тоже. Ну, но у нас Женя это любимая команда, Реал Мадрид. Вот. Поэтому очень нравится игра его в защите. Хорошо, спасибо. Я твой вариант. Ну, у меня немножко любимая команда другая. И они соперники. Более отборная такая. Ну да, Барселона, я люблю. И, ну, не буду говорить Месси.
Пускай это будет Даниил Альвеш, но он реально хороший защитник, и он хорошо подключается в нападение. Хорошо, спасибо, что и теперь зададим вопрос следующим образом. Если была возможность у вас предоставиться заиграть за какой-то известный мировой клуб, где вы начали? Конечно же, за любимую команду, ну, Реал Мадрид, Реал. Я так вот дальше, Реал и Барселона, да? По-другому быть не может. Хорошо. Ну, еще, конечно, Динамо Киев было прикольно. А, то есть Динамо Киев, ну, конечно, надо поднимать наш украинский киевский футбол, да? Хорошо, и тогда вопрос, Настя, ты вот как представительница, да, ну, не скажу слабого пола, а... Я не знаю, ну просто как бы у нас хорошего пола. Женщин, пожалуйста, пожелай, что вот участникам христианской футбольной лиги со своей стороны. Я желаю удачи всем, в принципе. На своей команде я желаю победы, только всегда победы. А остальным поражение, да? Это так. Хорошо, Ярик, ну ты как организатор команды, пожалуйста, пожелай в первую очередь своей команде, что ты пожелал через полгода. Чтобы через полгода да, вот, мы все оставались в таком же составе, в таком же боевом духе и на верхних позициях в чемпионате. А вот в целом сейчас? А в целом? Ну, конечно же, хорошие игры, чтобы было уважение друг к другу, чтобы эта игра не переходила ни в какую бойню там. Ну, как бы, чтобы футбол был приятным, а не каким-то там, не знаю, раздражительным. Я понял. Коль, и по секрету скажи, команда КСК. После первого круга на каком месте будет? А какое место нужно, чтобы перейти выше? Ну, первое-второе. Ну, первое-второе. Хорошо. И сколько голов забьет ваша команда? А сколько всего... Сколько нужно, чтобы... Нет, не победа, а... 15 игр. 15 игр? После... Ну, 45. 45, все, он пообещал, хорошо. Если не сбудется, что 45, что он должен сделать? Ой, на шашлычки нас всех поведет. Хорошо, ну и нам пару там. Ну, хорошо, вам удачи, ты смог после вашей команды, всего хорошего.